Первый звонок. Для одних он открывает очередную страницу книги знаний, для других – новую, неизвестную жизнь. В этом году 30 общеобразовательных школ Солнечногорья распахнули свои двери для 9 тысяч учащихся. Праздничная линейка – непременный атрибут 1 сентября. Мы рады вас видеть на празднике, и взрослые, и малыши. Каждый год начинаем мы с первого звонка. Школьному братству желаю ни пуха, ни пера. Поздравления, пожелания, напутствия. В этот день их спешат высказать не только родители и учителя, но и руководители разных уровней. 1 сентября городской гимназии номер 6 повезло втройне. С теплыми словами и подарками сюда прибыли представители солнечногорского образования, района и области. Для вас, первоклассники, это начало, это первый шаг вашей замечательной жизни. Познанием, к дружбе, вообще к новым открытиям. Для наших выпускников это, наверное, последний беззаботный год перед походом в большую жизнь. Вы, наверное, заметили, что в этом году как никогда было много сделано по подготовке наших учебных заведений. И ваша любимая гимназия тоже встречает вас полностью обновленная. Я желаю, чтобы по всей вашей жизни вас всегда согревали ласковые улыбки ваших наставников. Спасибо большое наставникам, спасибо большое родителям за их детей. А вам, дети, счастливого пути по школьной жизни. Главные герои Дня знаний – первоклассники. Сегодня в районе их около 600, что на 5% больше, чем в прошлом году. И это радует. Книжки новые лежат. Будем учиться в школе на 4 и на 5. Учениками нас теперь зовут. И нет важнее и почетнее звания. Для нас учеба самый главный труд, а лучшая награда – знания. Поменяв игрушки на учебники и тетрадки, маленькие жители Солнечногорья заметно повзрослели. Но это только начало нелегкого пути. Пожелаем им в стране знаний, успехов, открытий и побед.